статус приглашенная. Может быть, банальные фразы, но, безусловно, они аксиома, это как девиз, это приоритет, и это самое главное. В нашей работе это слышать и слушать людей, реагировать и ставить на контроль эти вопросы. Вы это продемонстрировали ярко, со слаженной командой. На сессии сам в своем отчете каждому выражал благодарность и подчеркивал, что Сергей Александрович об этом сказал. У нас общая задача вместе работать, потому что жителям было комфортно, уютно в городе. У нас это получается. И еще другое добавишь, много сделано. И мы самое главное, мы видим эти проблемы, задачи, мы про них говорим, мы ставим на повестку дня, и они будут исполнены большинство. Многие на самом деле финансовые емкие. Я искренне благодарен всему составу городского совета за то взаимодействие. Ну и за ту настойчивость, которую вы проявляете. Она чувствуется везде, это дисциплинирует и аппарат администрации, тех, кто рядом. Это не значит, что я их не дисциплинирую, я тоже, наверное, так. Способен дисциплинировать. На самом деле, это системная работа. Очень сложно, что многие вопросы, потом что по финансированию, по бюджету, буквально с колес принимали решения, сжатые сроки, как даже был период, чуть-чуть практиковали. Некоторые вопросы были не очень качественно подготовлены, времени мало было. Но тем не менее, вы брали их на себя, лишний час задерживались на комиссиях, лишний раз собирали, вовремя рассматривали, выносили. И в целом я искренне верю, что город становится комфортнее и уютнее. Люди это видят. Ну и удивительно слаженная работа городского совета, это все-таки благодаря ее руководителю, дирижеру, доктору психологических и педагогических. Ну, Георгий вам спасибо огромное. Можно поаплодировать. Спасибо.